Сегодняшняя тема. В галерее смотрите фото молодой жены Петросяна, а новость читайте ниже. Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась на своей странице в Инстаграме фотографией, на которой она в ярком осеннем свитере. Под фото Татьяна выразила радость, что в офисе, где она работает, включили отопление. Поклонники в комментариях похвалили выбор образа и написали много комплиментов Татьяне. К слову, Татьяна часто показывает подписчиками в Инстаграме фото в модных образах, а также делится кадрами семейной дили и снимками годовалого сына Вагана. Читай еще, какие свитеры в моде, и смотри интересное видео. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.